Добрый день! В сезоне 2014-2015 года торговая марка Timberg с гордостью представляет вам новые электрические конвекторы серии «Исландия». В рамках серии «Исландия» Timberg предлагает своим покупателям выбор из двух линеек – классического молочно-белого цвета и благородно-черного для особенных интерьеров. Серия «Исландия» является представителем так называемого французского типа размера и обладает компактными габаритами. В рамках модельного ряда присутствуют приборы мощностью 1000, 1500 и 2000 Вт. В зависимости от помещения, будь то большая гостиная или маленькая детская комната, вы в любом случае сможете подобрать прибор с подходящей вам мощностью, который будет отвечать вашим потребностям в обогреве. С первого взгляда на прибор видно, что он имеет необычную форму корпуса. Увеличенная нижняя камера для забора холодного воздуха и увеличенная верхняя часть для выхода теплого воздуха повышают эффективность работы конвектора. Новинка использует уникальное решение для реализации воздуховыводящего блока. Он имеет нестандартную форму горизонтальных прорезей, как у большинства аналогов на рынке, а перфорированную поверхность с отверстиями разного диаметра, которые также присутствуют и на верхней части прибора. Благодаря этому достигается мультинаправленный объемный обогрев, смешивание потоков выходящего воздуха и эффект вертикального обогрева пространства оконных проемов. Конвекторы «Исландия» обладают суперсовременным, надежным и мощным нагревательным элементом, благодаря которому выход прибора на полную мощность не занимает более 75 секунд, а КПД конвектора достигает 95%. Класс пыли и влагозащиты прибора IP24, благодаря чему вы можете использовать конвектор в помещениях с повышенной влажностью, без каких-либо опасений за безопасность. «Исландия» обладает встроенным датчиком падения, что позволяет их безопасно располагать не только на стене, но и на полу на устойчивых ножках, которые входят в комплект поставки. Работа любого бытового электроприбора зависит от качества электропроводки и устойчивости напряжения в сети. И конвекторы не исключение. Однако, учитывая это, инженеры технологии Timberg постарались минимизировать риск эксплуатации прибора в условиях нестабильной электросети и создали технологию Resistance Control. Благодаря ей прибор устойчив к перепадам напряжения в электросети от -20 до +15%, и его эксплуатация абсолютно безопасна. В заключение хотим обратить ваше внимание на прекрасный внешний вид приборов. Эксклюзивный авторский дизайн скандинавской студии промышленного дизайна Timberg, как всегда, на высоте. Еще один приятный сюрприз от Timberg заключается в политике ценообразования. Серия «Исландия» изначально разработана для европейского рынка, в том числе для максимально жесткого и требовательного к качеству электрических конвекторов рынка Франции. Несмотря на это, в России новинка имеет более чем демократичную цену, что делает конвекторы «Исландия» доступными для широкого круга покупателей.